Всем привет! Начну сегодня новую тему про спринг, про башмак спринга. Со спрингом у меня есть некое знакомство, но чтобы построить хоть что-то, что-то маломальски серьезное, увы, не смогу. Вот у меня и название такое, изучая спринг. Почему спринг? Не знаю, да хотя бы ради идей. По мне, вот из тех фреймворков, которые я видел, вот прямо ярко, вот совсем на разных полюсах стоит Spring с Java и, пожалуй, Phoenix. А все остальное, идеи как там и там. В общем, можно встретить ничего нового, кардинального. Совсем уж такого нет других фреймворков. То есть вот эти два можно выучить условно. И по идее, как и не должно никаких особых проблем с другими возникать. То есть Java у нас яркий представитель, скажем так, ООП. И, соответственно, у нее и подход соответствующий к решению проблемы. А Phoenix у нас представитель... можно сказать, сразу двух течений. Он представитель акторной системы и представитель функциональной парадигмы. Так что вот. Так, характер роликов. Характер роликов, ролики скорее будут для себя в качестве тренировки. Повторение, закрепление... больше будет напоминать лайв-сессии, чем подготовленные. Так что да, ожидаю, что буду здесь тупить, лажать по полной программе. Конечно, кто-то мог сказать, а зачем тогда в паблик выкладываешь, если для себя? Тут у меня есть как минимум две причины. Первая – это хранить тонны гигабайтов у себя – на конкретном компьютере, ну, это как минимум непрактично. Смысл вообще привязываться к какому-то компьютеру, когда у вас есть сеть? Ее зачем вообще придумали? Второй момент. Две пары глаз всегда лучше, чем одна. Даже если мои ролики посмотрит всего один человек, и он их критикует как-нибудь, это уже хорошо. Так, тем, кто будет смотреть, тем страдальцам. Да, именно страдальцам, пожалуй. Я предполагаю, что вы знакомы с базой синтаксиса языка Java. Так, ну, пожалуй, все. Давайте начнем сегодня. Сделаю сперва небольшое вступление по поводу спринга как такового. Что это вообще за фреймворк такой? И некоторые основные его идеи. Итак, фреймворк. Spring — это у нас фреймворк для работы с вебом. То есть это нужно понимать именно с вебом. И работает он, скажем так, по следующему принципу. Основной его принцип следующий. Он работает по принципу матрешки. То есть что я имею в виду? У нас есть операционная система. В операционной системе живет JVM. В JVM живет Spring контекст. В этом Spring контексте можно сказать, что живет наше приложение. То есть наши классы, файлы, ими управляет Spring контекст. Spring контекстом, соответственно, рулит JVM каким-то образом. А JVM, собственно, рулит операционка. То есть принцип матрешки.
Вторая важная особенность Спринга, что Спринг — это также использует паттерн MVC, то есть Model View Controller. Model View Controller, можно даже заглянуть на классическую картинку MVC Spring Pattern. Где у нас картинки? То есть, ну, можно вот эту картинку рассмотреть. То есть, есть контроллер, к которому каким-то образом подключается модель. Есть View, который отвечает за отображение. И есть, значит, у нас Front Controller, который это как-то модель и View координирует между собой. Ладно, на практике мы это сейчас увидим. Эту реализацию более явно. Так. Ой, здесь даже по шагам есть, что происходит. То есть входящий реквест как в какой-то фронт-контроллер. Этот фронт-контроллер делегирует реквест нашему конкретному контроллеру. Там идет обработка. Подключается модель. Передается фронт-контроллер обратно за респонсом и потом возвращается с моделью, отрейдленной моделью. То есть вот такой круг. Окей. Ладно, теперь давайте практику. Создадим новый проект. Пользоваться я буду IDEA. Она у меня... Как называется? Ученическая. Так, вот меню. Использовать я буду Spring Initial. Короче, Spring Initial. Жмем Next. Тут сейчас выберем Package, чтобы у нас будет jar, поскольку мы будем рулить бутом. Пишем группу. Это группа артефакт, это версия, это как, скажем так, сделать свой проект уникальным. Это сродни, вот у книжек есть такая фишка, как номер ICBN. И вот группа артефакт и номер ID — это нечто похожее. Какой-то способ идентифицировать конкретный наш проект. Ладно, поехали. Группа у меня будет Роу Кайка. Артефакт. Кайка 1. Хотя давайте. D1. Типа demo 1. Ну, здесь ничего изменять не будем. Java 8 возьму. Да, 11, там, 10, 9. Нас устроит это. Что здесь мы выберем? Spring Boot такой, какой есть, последний берем. Возьмем Lambook. Lambook — это прикольная штука, которая помогает нам сократить код. То есть мы не будем писать всякие геттеры, сеттеры вручную больше. У нас будет генерироваться автоматически все это. И Lambook еще позволяет, как это называется, систему логирования вести очень удобно. То есть там идет зависимость от
известной библиотеки по логированию, как-то называется SJ4, как-то так. Так, значит, мы берем ламбук. Дальше нам нужно к вебу. И темплейты возьмем. Time-leaf это аналог JSP, JSF. Вот этих вот вещей. И возьмем базу. То есть мы смотрим GPA это у нас интерфейс. И возьмем базу данных H2. То есть здесь не будем ничего особо мудрить не будем. Разберем самый простой вариант. И, пожалуй, все, больше мне ничего не нужно. Так что давайте жмем Next. В папку OK. Finish. И сейчас жду. Жду, когда у меня откроется, настроится, проиндексируется. Так, все подгрузилось. Начинаем. Тесты я писать сегодня не буду. Мне нужно... Сегодня строим очень простое приложение. Вот наш стартовый файл, с помощью которого поднимается контекст. С помощью которого у нас поднимается Spring Context. Кстати, Spring Boot Application, если я правильно помню, это у нас составная. Это у нас как называется-то? Забыл. Это что у нас такое? Слово вылетело. Короче, вот эта вот собака, штука, она у нас составная, если я правильно помню. Аннотация это называется. Она вот включает в себя Spring Boot Configuration, Enable Configuration и Component. То есть у нас здесь будут сканироваться все возможные бины. Автоконфигурация автоматически включена. И Spring Boot Configuration. Так. Что нам нужно? Нам нужна какая-нибудь простая модель. Очень деревянная простая модель. Давайте жмем Ctrl-Alt-Insert, создадем папку модуль, Ctrl-Alt-Insert, и создадим модель. Какую модель-то мы создадим? Давайте самый примитив Book, самый популярный примитив Book. Буки чем хороши? Они простую модель очень хорошо может представить и потренироваться. Значит, в буках у нас будут следующие поля. В буках у нас будет author. Мы его через string представим. И пусть будет название. Все, этого вообще хватит за глаза. Итак. Наша модель будет храниться в базе данных. Хоть и в памяти, но все же в базе данных. Нам нужно, значит, ее как-то отобразить. Для этого используется ORM, Object Relational Mapping.
ORM, механизм ORM, то есть Object Relation Mapping. То есть мы должны как-то таблицу отобразить в объекты. Если честно, вот тут мне кажется, что классические вот эти объекты, что мы пытаемся отобразить, это очень-очень сильно проигрывает функциональным языкам. Таблицы просто созданы для функциональных языков, получается. Нет никакого здесь там наследования, нет никаких отдельных методов. У объектов же могут быть методы, помимо того, что они хранят данные. То есть в этом отображении между таблицей и объектами есть множество проблем. Они, конечно, решаемы и решаются, но это как бы не natural way, не natural way. То есть в функциональном тут подход вообще супер выигрывает. То есть, если посмотреть, например, как работает Clojure с базой данных, или вот я веду еще второй, рассказываю про этот, про Phoenix, там тоже более естественно, более натуральная работа с таблицами, чем здесь. Ну ладно, что есть, то есть. Нам нужно, значит, отобразить как-то таблицы, модель. Но мы начали не с таблицы нашу модель, мы начали нашу модель с объекта. Значит, мы начали нашу модель объекта. Так как это у нас будет табличная данная, мы должны использовать следующую аннотацию entity. Это аннотация. Эта аннотация пришла нам из спецификации GPA. Java Persistence чего-то там. GPA Java Persistence, Java Persistence Application, так что ли? Короче, из GPA пришла. Там описывается, каким образом мы отображаем. Каким образом мы должны отображать объекты, таблицу. Как связывать. И к ней идет реализация. Spring, значит, нам эту реализацию где-то там поставляет. Не знаю, где он ее, правда, поставляет, но, по идее, где-то поставляет. Ладно. Вторым аспектом, который тут стоит, второй аспект, который тут стоит упомянуть, это нам нужно завести ID, entity. Идентификатор какой-то. Универсальный идентификатор. Естественные идентификаторы вообще не катят. В общем случае, об них нужно забыть. Просто сразу забыть. Использовать нужно только искусственное. Так что пишем private long. Используйте по дефолту long. Long. Почему long? Long это, грубо говоря, у вас есть железная гарантия, что ваш ID вообще никогда не закончится. Вот нет шансов, что будет переполнение. Просто забудьте об этом сразу. В нашем мире на данный момент не получится. Не будет такого промаха, как с адресами IP. То есть, когда пришлось на другой переходить, пришлось на версию 6 переходить с версии 4. Здесь такого не произойдет.
Поэтому просто используйте long и все. Теперь нам нужно это поле пометить, что оно у нас отвечает за ID. Мы используем аннотацию ID. Вторым параметром нужно указать, каким образом эта аннотация, то есть каким образом ID будет конфигурироваться. Существует 4 подхода. Это auto, то есть используется базовая версия базы. Короче, generation value, strategy, то есть 4 стратегии. То есть auto, identity, sequence, table. По сути дела, они все делают задачу одно и то же, просто в базе данных это по-разному отобразится. Там, может быть, создастся таблица отдельная, в которой... Так, какой-то звук странный был. Ладно, продолжим. Так. Где я остановился? То есть просто по-разному будет отображаться в таблице. В принципе, ID еще, по крайней мере, в Hibernate можно было настраивать своим там образом. Но в большинстве случаев хватит обычного варианта. Я почти всегда выбираю identity. То есть это будет просто будет без всяких там припомбасов, лишних таблиц со счетчиками. Будет только одна наша таблица, и там будет автоинкрементация. Все. Вот так, наша простейшая модель, уж проще некуда, готова. Теперь. У любой модели должен быть пустой конструктор, который, как вы знаете, здесь уже по дефолту присутствует, просто он не отображается, и нужно отобразить геттеры и сеттеры у наших полей. Но мы, например, можем поступить следующим образом. Мы, конечно, можем написать все эти геттеры и сеттеры, но можно написать, например, вот так вот. Как вариант. То есть устанавливаем геттеры и сеттеры, и то есть у нас и геттеры, и сеттеры будут автоматически прописываться. Удобно? Удобно. И нет этой простыни на 30 строк. Из них существенные, которые только 5. Ладно. Это мы сделали модель. Теперь что нам нужно? Теперь нам нужно с этой моделью как-то работать. То есть... как-то делать запросы. И вот эта фишка, мне, ну, я просто впечатлен. Очень классно. То есть то, они каким образом они внедрили работу с базой данных, это просто не... Это им большущий респект. Пишем репо. Напоминаю, что я нажимаю следующую комбинацию Ctrl, Alt, Insert. И без всяких там мышек мы пользуемся. Создаем файл. Значит, у нас book repository интерфейсом мы его создаем. И
интерфейсы у нас наследуются интерфейсом посредством слова extend, значит, пишем crud repository book long. Итак, что вот эта надпись? Видите, это, во-первых, у нас bin. То есть Spring его автоматически найдет, реализует каким-то магическим образом. Не знаю, не смотрел, не разбирался. Знаю то, что вот эта штука, book repository, нам предоставит классические операции. Сходу, и мы еще можем, и в будущем это будем делать, составлять операции на лету, данные. То есть, допустим, мы сможем делать более сложные запросы, типа сложные запросы без реализации. То есть, вот если мы сейчас посмотрим в этот интерфейс, вот что он нам, хоть и здесь нет прямой реализации, но это подразумевается, что мы можем делать вот все вот эти вот функции, все эти операции с базы данных. То есть нам не нужно писать классическую GPA-простыню, как работать с классическими операциями, а просто мы пишем вот репозиторий, и нам автоматически все поставилось. По-моему, это просто большущий респект создателям вот данной фишки. Не знаю, кто ее придумал, но очень круто, очень удобно. То есть, по сути дела, вы начинаете думать в рамках сужаете, больше концентрируетесь именно на вашей бизнес-части, а не думаете о шаблонных решениях. А вынуть из базы данных – это, по сути дела, шаблонное решение. Ой, шаблонная задача. Так, вот у нас теперь у нас есть репозиторий, с помощью которого мы работаем с моделью. Следующий шаг. Теперь нам нужен контроллер. Контроллер. Создаем папку контроллер. Контроллер. И в нем мы создаем файл home контроллер, который сразу мы помечаем, что он будет контроллером у нас. Так, продолжаем, что он будет у нас контроллером. И здесь нам нужно создать метод, который будет отвечать. Который будет отвечать за пути наши, скажем так. То есть пишем public string get. Напишем, например, index. Тут мы вернем индекс. То есть, если смотреть из картинку, мы вот сейчас пишем вот этот контроллер, к которому могут же подключиться модель. Вот здесь нам нужно вставить модель. Модель. Так, сделали. Теперь нам нужно к модели добавить атрибуты. Это
Ой, не модель, а здесь надо написать books. Это то, как мы будем обращаться к модели. Это то, как мы будем обращаться к модели в наших темплейтах. То есть модель — это некий объект, с которым мы сможем который нам предоставляет вот эти вот поля, которые мы здесь поместим в темплейтах, поставляет вот эти вот поля, эти объекты в темплейтах. Теперь нам нужно, что нам нужно? Нам нужно достать данные. Как мы можем их достать? Для этого нам нужно воспользоваться нашим супер классным репозиторием. Пишем private book repository. Итак, а теперь вспоминаем то, что я говорил в начале. Spring работает в контексте. Работает с контекстом. То есть Spring приложение не работает с контекстом. Этот контекст у нас поставляет нам нужные зависимости. То есть, если грубо говоря, то мы больше не используем оператор new, бла-бла-бла. Мы теперь полагаемся в этом смысле на Spring Context, который нам injected, то есть вставляет необходимые зависимости. В данном случае мы хотим, чтобы нам поставили book репозиторий. Существует три типа внедрения зависимости. Через поле. Через сеттер, через поле и через конструктор. По дефолту лучше всего использовать конструктор. Так что давайте создаем конструктор. Вот создали конструктор. Как видите, идея очень прикольная, и сразу нам помечает вот здесь вот, что здесь будет инъекция. Нам даже не нужно здесь писать auto-wired. Можно, конечно. А давайте сделаем это явно. Но вообще, когда мы инжектим через конструктор, вот эту надпись можно не писать. Она автоматически подразумевается. Что сокращает нам код. Хотя лично я предпочитаю, когда меньше неявного и больше явного, даже если это супер очевидно. Читать в любом случае проще. Так. Что нам тут еще? Теперь нам нужно вынуть модель. Пишем book repository и find all. Пользуемся методом find all. Круто, вообще круто. Мы даже не реализовывали этот метод. Блин, я все еще в восторге от этого. Так, теперь что нам нужно? Теперь нам нужно указать нашему контроллеру, по какому пути этот метод будет срабатывать. То есть нам нужно request mapping сделать. И, допустим, пусть будет по корневому каталогу. Итак, нам осталось две вещи сделать. Нам осталось заполнить базу данных, поскольку она у нас сейчас-то пустая ведь. И создать темплейт. Темплейт создать. То есть вот этот темплейт индекс.
Вот этот метод у нас возвращает строчное значение названия того темплейта, который следует отобразить. То есть вот здесь у нас будет... Давайте создадим... Индекс. Здесь, допустим, будет books. Я, как всегда, добавил библиотеку. Добавил библиотеку, теперь пишу, допустим, list of books. Здесь у меня будет таблица. Так. Я вот тут предварительно смотрел, каким образом мы будем пользоваться. Каким образом можно пользоваться for each'ем. То есть вот, просто прямо скопирую отсюда и вставлю. И еще я хочу сделать заголовки. Это у нас было снова tr, и мне здесь нужно th. Да, заголовки. Так, и здесь снова th. Так, вот это мы подключили в библиотеку TimeLeaf. TimeLeaf, как я уже говорил, это нечто похожее на... Как это называется? GSP у классического Java EE. Ну или GSF, чуть более современного, хотя тоже уже старый проект. Так, что там у нас в буках было? В буках у нас был author и name. Вот мы будем выводить только author и name. Books. Так, продолжаю. Book, name, by author. Здесь будет name, а здесь будет author. И смотрим. Table. Окей. Давайте запустим, что ли, и посмотрим, как оно будет все. Поскольку, да, база данных пустая, но таблица-то вроде как заполнена, то есть должно все среагировать и по-нашему. То есть мы сейчас еще создадим, конечно, объект загрузки, но в целом то как бы все окей. Так что давайте жмем Shift F10 и запускаем приложение, смотрим что получилось. И вот что у нас получилось. Все сработало, все отлично. Да, база данных пустая, но ключевой это момент. По пути сработало, контроллер отработал, соответственно, модель он попытался достать. То есть все бины нашлись, все обнаружилось, все сработало. А это самое главное. Так, теперь я приложение свое закрою, жму Ctrl F2. И теперь мне нужно сделать предварительную загрузку.
для предварительной загрузки я создам файл. Bootstrap. Ладно. Как-то я не по конвенциям удалю я это дело. Тоже с маленькой буквы. Короче, для краткости boot. Это у нас будет компонент. Компонент, который имплементит он action listener. Он какой-то listener, я вот не помню. Я не помню, какой он listener должен реализовывать. Так, давайте посмотрим. Значит, bootstrap. Spring boot. Bootstrap database. Initializer, что ли, использовать? Ну давайте попробуем initializer. Не знаю, сработает. Значит, initializer. Транзакшену. Как-то все сложно, не нравится мне это. Так, вот нашел вроде решение гораздо проще, чем там. Вот. Просто нужно будет создать файл data.sql и заполнить. Так что да, поехали, создаем файл. data.sql. И давайте эту строчку скопирую, вставлю. Так. О, странно, что я удалю. Где наши буки, author и name. Author и name. И
называется book и value. Давайте, какие мы введем. Значит, так, пишу адерски. Пишу скала про программинг. Так, давайте я 4 введу. Здесь напишу, например, Java. Ой, не Java, а как он называется? Как чувака-то, который Java-то создал? О, забыл уже. Гослинг. Гослинг. Java. Клажуру. Кто у нас клажуру сделал? Рич. Значит, клажура. И эликсир. Валим. Ну, и тут напишу тоже по-английски, чтобы однотипно было, как мы напишем. Адерский. Одерский. Неправильно, наверное. Ну, ладно. Так. Все как. А. И чтобы проверить, что... А хотя... Да. Давайте проверять, что получилось. Танцуем. Все получилось. Круто. Не совсем красиво выглядит, но самое-то главное. Все получилось. Все на месте. Мы сделали предзагрузку. У нас все сработало. Сори, чуваки, не могу удержаться. Приятно, когда все работает. Так, сделали предзагрузку сделали, значит, у нас есть контроллер, у нас есть модель, у нас есть слой абстракции над моделью, который работает, то есть своеобразный сервис предоставляет. И у нас есть точка старта нашего приложения, которое запускает наш контекст. У нас есть... Контекст поставляет нам все зависимости. И у нас есть простой темплейт. Круто. Ладно, пожалуй, на сегодня все. С первой сессии такая. В следующий раз надо, по идее, чуть-чуть копнуть типы сервисов, и, чтобы, да, нужно чуть более посерьезнее с сервисами поработать, посмотреть, какие есть еще аннотации. Вот я компонентом хотел прелоад сделать, но там много писать через обычный код, и то проще оказалось при populate, при загрузку таблицы сделать. Все отлично. Ладно, посмотрим, что там дальше. That's all. И так уже 50 минут. See you next time, чуваки. Чуваки, блин, тоже мне. Ладно, see you next time.